Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача – защита Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семье мобилизованных, и поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом.